Всем привет, с кем еще поздороваться не мог? Я сейчас без штанов, без трусов снимаю свой видеоблог. Блять, что я вам хочу сейчас показать? Мы плавно перемещаемся сюда, и тут у нас приколы, да? Ага. Давайте один день прочитаем. Меня не было, а сейчас будет денек. Вот, смотрим. Медицинские афоризмы. Здоровых людей не бывает, а бывают необследованные. Главное здоровье, а лекарство приложится. Если человек бессердечный, то инфаркту не за что зацепиться. Пришла весна, набухли почки, и печень тоже барахлит. В юности мы мечтаем проснуться знаменитыми, а в старости просто проснуться. И на пасашочек, а не дошочек. Вот что вы читали. Врач-сексопатолог обращается к пациенту. Что там, блядь? Пациентские к девочке с сиськами и с пиздой. Роза Давидовна, а вы пользуетесь еще какими-нибудь другими контрацептивами, кроме, тут не запечаталось, своего характера, то есть вредная стёлка с огромной пиздой и сиськами третьего размера. Всё, всем пока.